Привет всем, дорогие друзья, и сегодня мы продолжаем играть в Assassin's Creed Изгой. В прошлый раз мы закончили игру на месте, когда мы сели в корабль, обратно вернулись, и надо было плыть в Северную Америку. Там, если не ошибаюсь, надо было около полутора километра проплыть. Значит, сегодня мы продолжаем наше путешествие с приключений по морям Северной Атлантики. Так, что-то я не понял. Вот сюда. Поставить меточку. Поставили меточку, красавцы, и можно плыть. Ух ты! Так, Ахиллес поручил это тебе? О, далеко плыть. Поручил поручить тебе. Найти то, что украли Макандалис. Не понял. Куда плыть? А, надо, получается... Ага, понятненько. Тебе нужно вернуть шкатулку предтечи манускрипта. Твое задание. А твое задание? Красиво, друзья, не правда ли? Просто красотища. Ахиллес мне не доверяет. Ой, а что это? Я не могу прицелиться. Это покруче. Какая запретная зона? Я не понял. А как мне плыть туда? Ничего, так отплывать, что ли? Крайне... Мне надо... Подождите. Запретная зона. А как, мне же надо сюда добраться. Так. Видишь, как все изменится. Майл, а что там Ахиллес пишет? Он постоянно сидит у себя, уткнувшись в бумаге. Записывает, подсчитывает, собирает данные... Запретная зона, непонятно. Ладно. Письма нашим братьям на других континентах. Ну да. Ну красиво, не правда ли, да? Очень красиво прорисовано, качественно. Не зря я играю на утро настройках. Я не виноват, что Ахиллес меня знакомит с ассасинами в Европе и других частях света. Как своего любимого сына. Как-то мы слишком быстро плывем, мне кажется вам. Очень быстро. Он. Значит, как наследник. Просто потрясающая графика, потрясающая. Мне очень нравится. Ух, как он по волнам-то, а, прыгает. Потрясающе. Ой-ой-ой-ой, как же я не заметил этого. Аккуратненько, аккуратненько. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Разворот, разворачивайся, аккуратненько, дружище, ну что ты так? Вон у нас причал, надо туда причалить. Ну, вроде стали. Нет, мы не стали, надо... Что, он сам подплыл? Стоять! Красота! А где лестница? Уважаемый сударь, не подскажешь, как мне добраться на тот берег? То есть мне надо еще и красиво пришвартоваться, я так понял, для того, чтобы... Извини, дружище. Thank you.
Ну давайте, друзья мои, как-то. Смотрите, он сам подплывает так как нужно. То есть я ничего не трогаю, он сам оп и пришвартовался. То есть без моей помощи. Хорошо. Как мне бросить деньги? Бросить деньги. Давайте бросим деньги. Не знаю, зачем я это сделал, но я потерял 10 франков. Ой, франков, фунтов стерлингов. Так, я в этот раз стал еще дальше. Ни черта не понимаю. Какого хрена ты не прыгаешь? Я же психовать буду. Управление. Бег. Где у нас прыжок? Быстро идти, прыгать, пробить защиту. Какого хрена у меня прыгать стоит на шифте? Охренеть, мы просто парились из-за того, что у меня стоит неправильное управление. Ничего не понятно. Поверьте, во Франции на лобстеров огромный спрос. Вот и наш огородник вернулся. Вовремя. Нашелся след любопытного манускрипта. Пропускаем это. Нам это не надо. Больше геймплея. Так, за подсказку Тильме спасибо. А насколько надежно? Найдите шхуну королевского флота. Отлично. Где эта шхуна? Дорогие друзья, я потерян. Ну что ж. Когда придет время, они помогут нам победить тамплиеров. А, зеленая кнопочка. Где-то там она нарисована была. Ладно, насрать, поплыли. Ничего не поняли, что именно тамплиеры управляют. Не совсем, но их влияние весьма велико. А что шпион, как его? Охотник не твоя забота. Он верит нашему братству. У него есть друзья как во французском, так и в английском флоте. И он знает о том, что происходит... Ух ты, ё-моё! Друзья мои, посмотрите на этот прекрасный прыжок кита! Просто шикарно. Да. Как-то мне попало честь с ним работать. Мало кто так же предан нашей идее. Не знаю, куда я пульнул и зачем вообще. Он был пиратом. Красой Вест Индии. Водился даже с черной бородой. Буцем Роджерсом и Каллика Джеком. А кто? Книги почему? Потрясающе, потрясающе. Очень нравится мне этот, эта игра. Подавали перехватил конвой тамплиеров и забрал загадочный сверток. Он поплыл в порт Атлантиса. Подзорная труба. Держите Е для использования управления камерой. Отлично. А, рано еще. Капитан, английский корабль. Ему что? Что ж, отлично. Пожалуй, самое время.
Предлагаю не спешить, там королевский город. Посмотри, что будет сам все увидеть. Ну что, думаю, мы облегчим решение королевского города. И учти, нескольких попаданий достаточно. Если что, пойдет на дно вместе с экипажем и грузом. Вывести из строя шхуну королевского флота. То есть надо этот корабль подбить, да? Да не туда, туда. Красотища. Я же провалил задание. Там груз корабля, разве я не вывел из строя королевскую шхуну? Шхуну. Ух, какая волна надвигается, посмотрите. Ух, красота. Давайте пострелим этот кораблик, а? А ну-ка. Вот здесь надо чпохнуть, что ли? Ёлки-палки, сейчас нас пострелят. А как на абордаж-то брать? Получай, братан. А чё я тут один? Я не понял. Десинхронизация. Как получилось так, что я ощутился на корабле один до денёшник, хотя у меня там команда, блин, пол корабля. Все паруса отдай! Полетру! Будь осторожен, тут тебя как-то...
Понеслась. Капитан, английский корабль. Ему туго пришлось. Что ж, отлично. Пожалуй, самое время пустить его в карту. Предлагаю не спешить, там королевский груз. Посмотри в трубу и сам все увидишь. Ну что ж, думаю, мы облегчим кошелек королевства. И учти, нескольких попаданий достаточно. Если что, пойдет на дно вместе с экипажем. И грузом. Возьмем на абордаж раньше, чем команда. Бьемся, сэр! Так, вроде пострелили, сейчас подойдем аккуратненько. Промазал. Попал. Окей. Время пришло, на абордаж! Нам не стреляй! Так мы его потом. Опять мы их погубили. Пойду спасу кого-то. Как бы не врезаться. Хорош, попал. Пошли на абордаж брать. Огонь. А теперь на абордаж. Крюки у меня, конечно, божественные. Что, попытка номер два? Пробуем по новой убить этих мразей. Тяни-тяни!
Так, двое уже там, трое уже там. Они какие-то бессмертные, ё-моё. Посмотрите на них, они бессмертные. А нет, смертные такие. На колени, рабы! На колени! Почините Морриган. Посоветовал укрепить Морриган. Потолкуй с капитаном ближайшего порта. Сможем купить что-нибудь полезное. Так, ну что ж, мы сделали свое дело, возвращаемся. А нет, не возвращаемся. К какому-то Перси идем. Ладно. Что ж, нам дали задание. Наше дело маленькое. Уже только выполнить. Да, только рыбаки. Персе полным-полно. Ёшки матрёшки. Ух ты, гляньте. Огонь. Бесплатно мне он пришвартовали, смотрите. Оп, и всё. Красота. А чё пробел, я не понял. Точнее, чё, почему shift у меня? Я хочу прыгать пробелом. Свободное прицеливание. Бег. Ну вот, бег. Shift. Почему быстро идти прыгать? Написано пробел, а я нажимаю на shift, он прыгает. Непонятно. Вот. Видите? Что-то я не разберусь. Ради забавы. Вот это я жестокий, блин. Зашел. Да умри уже. Уже 15 раз прыгнул тебя. Хочу еще кого-то убить. Ух. Ладно, пойдем дальше. Он красиво это делает, ё-моё. Нравится и нравится убивать. Просто прёт.
Не понял, дружище, слезай оттуда. Что вам предложить? Купить предметы? Так, у меня ну все. Красавец вообще, как новенький, блин. Опа, опа, 50 Cent поработал. Мы прокачали твой корабль, братишка. Необычное дело. Отправьтесь на форт. Форт на острове Антикости. Так, а где мой корабль? Надо по пути убить у того. Да ладно, кто там стреляет в меня? Охренеть, полез, блин, братишка, ну зачем? Ладно, сейчас будем аккуратнее действовать, сейчас мы все, сейчас мы все порешаем. Вернуться на курс, капитан. Охренеть. А. Море в этих местах опасное, капитан. Но за Морриган я бы не беспокоился. Ладно. Ну что ж, давайте потопим кораблики. Поближе, поближе, братишка. Ну куда ты пошел? А, я уже троих потопил? Да ладно. Стрелял в никуда. Огонь! На, нахуй. А, блин. С нами врезались и потопились сами. Красота. В никуда. Да. Антикость. Приятная игруха. Соленый воздух.
Так, вот я вижу уже причал. Тормозим. Наконец-то. Антикости. Охотник ждет там. Надеюсь, он знает, где искать манускрипт. Швартуйся же. Вот мы и на антикости. Так, а где ж тут вход-то? Ага, вот. Мари хочу. Она такая добрая, светлая душа. А где встретил? На ее свадьбе. Давай, 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 нельзя умирать. Так-то. Так-то. На. У меня есть пистолет, а почему я пистолетом не пользуюсь? Не-не, возьми пушку. Красавчик. Так, нам нужно с кем-то... С каким-то чуваком поговорить, не знаю, как туда зайти. Взаимодействовать. Ага, окей. Взаимодействуем. Здорово, братаны! Позаимствовал эти чертежи на одном корабле Королевского флота. Никогда не видел ничего подобного. Отлично. Мощное оружие всегда, кстати. Охотник, позвольте представить, мой компаньон Шейкорна. Господа, еще новости. На том же корабле я видел нужный вам манускрипт. Он написан на неизвестном мне языке, и в нем множество рисунков. Разные кошмарные растения и животные. Ни одной карты или плана? Нет. Возможно, это шифр, но ни мне, ни англичанам не удалось его понять. И где он сейчас? Тот, кто его принес, сказал, что его прислал Вашингтон. Знакомое имя. Известный тамплиер, не так ли? Да. Тамплиеры способствовали взлету Лоуренса Вашингтона. Шей, надо найти. Спасибо вам. Ну, давай, пошли.
Так, что же мы делаем дальше? Мы идем, задание выполнено, отлично, хорошо, спасибо. Наша задача, как минимум, вернуться на корабль, да? Да харе уже. О, теперь пробелом прыгает. Так, нам нужно. Давай, дружище, давай. Что ж ты долго грузишься? Пизда срань. Краса тень. Thank you.
Тебе можно и по делам идти. За что люблю Assassin's Creed, так это за то, что можно поубивать кого-то. Безнаказанно почти. Надо скачать, наверное, Unity. Пройду этот изгой. Скачаю Unity. У нас еще эти прокаженные. Ага. Что, пистолетов нету? Так, их трое. Так, один отсоединился от компании. Дай харе прыгать. Эй, он опять не присоединяется. Так, бежим к нашей цели, пока не найдем кого-то еще. Что, тяжело? Нож забери. Надо идти к своей цели, потому что я уже задолбался их убивать. Так.
вот я уже на месте. Тамплиеры хотят понять природу этих артефактов. Их шпионы обращались ко многим ученым людям Нью-Йорка. Мудрецов моего народа тоже расспрашивали? Да, манускрипт. Так, пожалуй, на этом месте мы закончим на сегодня и продолжим наше прохождение чуть позже. Спасибо за просмотр. Если вы смотрели, ставьте пальцы вверх. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, до свидания.